Руководитель администрации главы правительства республики Ибрагим Габеев встретился с представителями СМИ, администрации районов и ведомств. Говорили об информационном освещении специальной военной операции. Было отмечено, что все приглашенные в первые месяцы с начала проведения специальной военной операции внесли большой личный вклад в информационную поддержку СВО и укрепление патриотических основ в обществе. Собравшимся вручили благодарности от имени главы республики Сергея Миняйло. С одной стороны, победа куется в тылу. С другой стороны, ваша работа, она перекрывает все мировые пространства, потому что сегодня ежесекундно информация ваша долетает до всех источников. Эта борьба продолжается. Надеюсь, с вашей помощью каждый внесет, вернее, свою лепту определенную. И кратчайшие сроки одержим. Победу убедительную. Наши ребята вернутся домой как герои.